Мэр Магадана Юрий Гришан подписал постановление о начале отопительного сезона в областном центре. Стартует 4 сентября. В первую очередь подключат детские сады, учебные заведения и объекты здравоохранения. Об этом глава города рассказал в эфире авторадио «Магадан». В течение 3-4 дней, может быть 5, отопление придет в батареи в дома магаданцев. Грубо говоря, в понедельник уже будет отапливаться весь город, если в пятницу начнут. Дело в том, что ТЭЦ отрабатывает по районам, там у нас центральные тепловые пункты. Мы принимаем тепло на ЦТП и раздаем его по домам. Время на регулировку гидравлической системы нужно 2-3 дня. На то, чтобы управляющие компании отработали воздух в подъездах, на стояках, ну еще пару дней. Я говорю, что к следующей пятнице уже будет все отрегулировано.